Гидромедцентр дает для Ямала неблагоприятный прогноз на предстоящий пожароопасный сезон. В округе он официально открыт с 1 мая и продлится до 1 октября. Утвержден стратегический документ «Сводный план тушения лесных пожаров». 17 мая в арктическом регионе пройдут дополнительные штабные учения по тактике тушения очагов возгорания. В Ямальском районе места ликвидации прошлогоднего очага сибирской язвы запрещены для любой деятельности. Как только сойдет снег, вокруг периметра будут обустроены дополнительные санитарные зоны. Об этом сообщили на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Начавшийся период кослания учитывается мобильными бригадами, выработан оптимальный маршрут для охвата кочующего населения. Резерв вакцины заготовлен с избытком. Электронным полисом ОМС вживили чип отечественного производства. До конца года системами для их считывания будут оборудованы все медицинские учреждения страны. Для получения полиса нового образца необходимо обратиться в любую страховую компанию, которая передаст заявку в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Срок действия полисов нового образца не ограничен.